Привет всем зрителям. Обзор дешевой еды, но относительно ничего такого здесь мега дешевого нету. Перцы 100 рублей, так их продают 200 рублей где-то. 220 я видел конкретно в перекрестке. Состояние хорошее. Ну, все равно 100 рублей, я считаю, не дешево. Но дешевле не найти. Мандарины Марокко 55, по-моему. Они, видите, побитые. Вот такими пятнами. Еще внутри я даже не смотрел, что может быть и какая-то гниль. Яблоки 60 рублей. Гринни Смит, по-моему. Ну, это относительно дешево, потому что их за 100 рублей продают. Так, еще что-то у меня было. Сейчас... Забыл я что-то совсем помыть. Помидоры 45. Это круто вообще. Ну, обычные, тепличные. Огурцы мега дорогие все время. 60 рублей. Это отлично. Ну и 40 рублей мандарины, Пакистан. Ну, это отлично, что на везде они рублей 100 стоят. Это вот отлично. 60 для огурцов, ну тоже считаю отлично, дешевле я не видел в перекрестках по 120. В помидоры, ну вот 60 были самые дешевые, это вот даже 45 появились. Ну потому что они, видите, помяты немного. Вот теперь все. Все. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления, покупайте в ларьках, только гнилое там не покупайте в ларьках, и все будет нормально. Ну и ролик на новую камеру я первый раз снял, посмотрим, что будет. Что-то она немного цвет как-то меняет.